такая вот линейка Toyota, уже полностью SP. Ну, и самая низкая вязкость 0W16 у Toyota. Появилась Honda SP-шная 0W20. Это, наверное, 0W16, а Ultra Green это, наверное, 0W8. Nissan стоит старая банка. Ну, еще я купил. Сейчас едем мы в Казахстан, там выставка Астана. Автомеханика. Купил несколько таких вот ароматизаторов и Коща на призы. Вот так вот они выглядят. Наверное, для России они печатают отдельную коробку. Указывают там импортера, и по-русски, наверное, информация есть.